допустим, мы с Масей записываем вам видюшечку. Я 20 лет не была ни в каких поликлиниках. Включая гинеколога. Не, у меня всякие разные мысли приходили, что там я, наверное. У меня выросло, отросло. Отвалило и заново выросло. Но у меня ничего не болело. Никаких болей, вот таких, чтобы понимаете, согласно возрасту, у меня ничего не было. Я в поликлинику-то пошла, ну потому что точно стояла, говорит, ты что, обалдела, мать, иди давай. Я говорю, что я пойду, у меня ничего не болит. Иди, говорит. Ну, короче, я пошла. Пришла к терапевту, я говорю, у меня ничего не болит, ну, давайте, кровь мочу дам. Короче, в моче нашли кровь. Она засуетилась, говорит, идите, говорит, исключайте почки в камне, камни в почках, ну или миому, соответственно, ну что-то кровит, потому что у меня уже менопауза, все. Ну, короче, пошла я. Она мне дала направление на УЗИ почек из обрюшинного пространства. Иди сюда. Ну и, естественно, к гинекологу я записалась. У гинеколога все идеально. Все, я даже не знаю, как так. Как-то так, но все хорошо. Камни в почках показала УЗИ. Там, значит, правая опущена, я уже говорила. Что-то я даже не помню, снимала. В общем, правая опущена до 2 мм. Там, значит, песочек, шелуха это. Левая, в левой, в средней лоханке до 7-8 мм камушок. В нижней, там, значит, что-то там до 2 мм какой-то песочек. Не болит. Сразу скажу, не болит. Единственное, моча темная и вонючая. Прям я уже сама, знаете, нюхну, думаю, фу, блин. Ну, не всегда. Бывает прям вообще чистяк, прозрачная, светленькая. То есть, ну, как бы день на день не приходился. Короче, посадил я к урологу, он меня там подстукивал. Ничего не болит. А болит у меня от нагрузок, болела поясница. И я почему-то думала, что это болела именно поясница. Оказывается, нет, это не поясница. Это вот это, кстати, почки-то и... Таким своеобразным образом, когда кто знает, кто срывал поясницу, вот такое вот, знаете, пограничное состояние, когда вот-вот-вот эта поясница светит, и ты уже знаешь, и там, ну, как-то вот... И вот возникало такое состояние и проходило. Возникало и проходило, понимаете? То есть... Поясница не срывалась. Хотя до этого я поясницу срывала еще как, ого-го, не согнуться, не разогнуться не могла. Так вот, он сказал, что нет, это почки. Ну и ладно. Я думаю, если что, думаю, пока ничего не болит, никуда не идет, ничего не шевелится, думаю, я их, этот большой, раздроблю, а мелкий как-нибудь лекарствами. Песок этот уберу. Пошла к урологу, мне дал назначение на КТ. КТ? Справа все нормально, контуры четкие, то есть никакого воспаления. Но у меня воспаления, правда, и не было. Песочка нету, короче, частяк правая, левая. Этого большого, который в средней лоханке, его нет. В нижней какой-то до 3 мм. Я говорю, что подросли, что ли? Или говорю, струсили?